Париже. Первое ощущение, то, что здесь такие же цыгане, попрошайки, персонажи непонятные, чего хотят требующего. Мы стоим в очереди на такси. Ждите сервиса в такси парижском. Здесь вот так же, как и в Брюсселе, все накидано у меня. Он тут живет, видимо. Вообще всем по барабану. Париж. Первое, куда я попал во Франции, это галерея Лафайет. Музей современного потребления. Это пипец. То, что творится здесь, ни сказки рассказать, ни пером описать. Толпища умотаться. Все эти люди хотят что-то купить. Пипец. Опера национале. Куда мы идем? Стандартненько. Сядем на Сайсин, на автобусик двухэтажный, в котором нам все расскажут, что, куда ехать, зачем и почему. Холодно. А вот это, друзья, триумфальная арка. Да, должна была воспеть триумф. Наполеон первый заказал ее, приказал, чтобы ее заложили. Но так и не увидел, как ее воплотили. Шикарная вещица. Я бы тоже такую построил. Хотя у нас родник уже есть, нормально. А вот наши нешироколазые друзья встали посередине и по барабану. Хотя тут вот и наши вроде есть. По барабану. Первый канал. Это, друзья, самый настоящий Шарлюша де Голль. Ах, это романтичная, красивая Франция. Бабашит дождь. Я вот в таком дождевичке, еще и с зонтом. Но вот можно ли мне это все простить, или вернее, я кому это все прощу, если справа от меня вот такая вот фигня. На Эйфелеву башню можно забраться тремя способами. Пешкодрасом. Да, вот как вот эти вот все персонажи вот тут. Потом, заплатив и доехав, ну, с несколькими пересадками до самого верха, и еще ресторан, называется Жюль Верн. Цены там, да, нормальные цены. И все возле башенки. Одно жилье, наперсточники. Пацаны играют, лохи проходят. Я приехал из Америки. На зеленом велике. Вот дети французские тусят. Это кроличек. Кроличек прямо возле дворца инвалидов. Ну и прогуляйтесь по Елисейским полям. Я их назвал про себя Елисеюшки. Здесь меньше всего французского языка.
англо-русско-азиатско-китайский какой-то. Да? Тут же на Елисеевских, вот такая-то чила. Да, это Peugeot, салон Peugeot. Где во Франции, в Париже написано: «Добро пожаловать в галерею Mercedes-Benz». Еще у нас такие же продаются, один к одному. Я посмотрел столько различных шоу от Нью-Йорка до Лас-Вегаса и в обратную сторону. И сегодня я, где бы вы думали, в Лидо. В Лидо! Вот, могу завтра, конечно, в Мулен Руж пойти, но почему-то все советуют Лидо. Вот оно, Лидо. И там, в глубине, эта сказка под названием Лидо. Русский ресторан Парижа. И вот здесь похоронен Наполеон. Вот тут его танк. Историю рассказывать легко. И вот здесь лежит Наполеон. Ну, вернее, то, что от него осталось, так называемый прах. Тут нас Ленина видно всем, а Наполеона не видно. Пришел он из России ни с чем, а его свои же раз сослали. Сколько я помню историю, наши же условия такое поставили. Тем не менее, мы находимся вот здесь. Поедим самый настоящий каштан. Ну, здесь чуть-чуть подороже. Говорим сербский язык. Они не разумеют по-русски. Ага, да, очень хорошо. Сербы наши друзья. Вот видите, нормальный француз-серб. Экзактно. Да-да-да. Что там, вкусно или как? Вкусно каштан, да. Добро. И везде, понимаете? О-о! И жалотец. Это каштан. С катулька. Спасибо. Большое спасибо. Вам спасибо. До свидания. Вот сюда берешь каштаны,
сразу приготовьте, что руки у вас будут грязные. Вот каштанчик, открываешь его. Сюда, как мне сказали, скорлупа. И раз, два, три. Картошка, она и есть картошка. Соли бы и пиво. Все электрокары, ребята. Электрокары, электрокары. Все чьи-то электрокары. Электрокары. Вот такая вот надпись. Вот такая вот надпись у нас возле Лура. Самый большой музей мира. Мы зашли в зал и посмотрели просто-напросто Мона Лизу. Вот так она выглядит. Я туда не пойду, а то тут вокруг персонажей много. Вот она улыбается. Все про нее все разное говорят. По мне, это один из примеров бренда. Когда бренд раскручен, и все идут, не понимая. Я сейчас вам покажу людей, что они понимают. Вот посмотрите. Вот эти все люди. Вот, или вот эти. Или вот те. Или вот эти. Или вот этот. По мне так нихера они не понимают. Просто пришли, потому что это Мона Лиза. И я, наверное, поэтому тоже. Так вот, про Мона Лизу. Я не против Мона Лизы, вы правильно поймите. Сейчас со мной находятся 3 русскоязычных человека. У каждого из них есть высшее образование. Вроде бы как адекватные люди. Я спросил каждого из них, что вы знаете про Мона Лизу. Один сказал, что она была проституткой. Рассказал, что была написана картина Леонардо да Винчи. Да. А вы что скажете про Джоконду? Ну, а вообще, это, друзья, Лувр. Вот под этой штукой. Тетя Венера. Нормальная, кстати. А сколько ее копий? Ураган. Видите, еще одна. Вот она, главная Венера. А это уходит в прошлое. И вот так жил Наполеон, когда ни с кем не сражался. Нормально, в принципе, жил. Тусил. Чё нет тут, чё так не жить? И заканчивая тему Лувра. Что там посмотреть? Да всё написано, всё на русском есть. Поэтому язык, как говорится, до Лувра доведёт. Получил я эстетическое удовольствие или нет? Смотрите на меня, мне кажется, я уже давно получаю эстетическое удовольствие от чего-то другого. Чего и вам желаю. И даже после не обрести покой, я душу отдам за ночь с тобой. Нотр-Дам де Пари подъехал какой-то чел, генерал или кто-то, все тут ура, лобызаются. Вот на таких крутых машинах и уехали. And has sat down at the right hand of the throne of God, and discouraged your souls. Может, день взятия Бастилии? Фиг знает.
подходе к Эйфелевой башне выставка. Вот просто большие такие штандера. Сейчас покажу вам. Смотри. Вот такие большие штандера. Просто огромные. И на них много чего. Я, допустим, нашел выставку некой Оли Иванова. И здесь вот такие вот штуки. Такие же есть и про Желтую реку нашу, еще про что-то. И Таиланд. Вот Таиланд вообще ураган. И какой-то обычай, видим. Интересного много. Вообще, ребята, я, наверное, даже 80% не показал того, что увидел и попробовал сам. Это просто невозможно. Это Париж. Итак, народ, я решил забраться на Эйфелеву башню. Стою уже 35 минут в очереди, еще до билетов не дошел. Вот очередь продвинулась. Я вот так перевернусь. Сейчас я буду забираться. Итак, долгожданный билет. Сейчас я захожу в первый. Вот такой вот. Ого. Огромный лифт двухэтажный. Я уж не знаю, что вы скажете про виды, но страшно! Ребятушки, а вот еще есть выше площадка. Покачивает, кстати. Ничего не качает. Да, покачается. И все тут такое, это, на самом деле. Там что-то происходит. А вот он, маяк такой. Маяк, да, этот, который светит везде. А теперь насчет высоты. Ой, я в многих вещах был. Ну, от американских горок до сахарной головы в Аргентине, статуи Иисуса Христа и, ну, даже не знаю, что Empire State Building, да, и Кинг-Конг ползал, в том числе везде. Честно говоря, самое страшное сегодня – это лифт. Все остальное классно, круто, замечательно, 300 метров. Отлично, ребята. Эйфелева башня пока заслужит самое интересное внимание. Итак, лифт в Эйфелевой башне и Лидо. Вот так. А если вы подниметесь по длинной-длинной лестнице, Одесская просто отдыхает, то увидите красоту церкви Сан-Крекер. Вот я стою сейчас, виды вот так Парижа, офигенски все видать. Стоит сюда подняться, а вот сама церковь тоже очень красивая. Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. И насчет еды. Есть можно хоть где. Кафе миллион миллиард. Лично я предпочитаю уйти куда-нибудь с туристической тропы. И там найти кафешечка вкусненькая. Посмотреть, чтобы сидели там местные. И уже покушать. Я думаю, разберетесь, что и как. Захотите утку, там написано duck. Захотите чикен. Да, английское всегда дублируется, на русском вот уже меньше гораздо. Мы сейчас зашли в какую-то частную. Вот такая бумажка. Ну, так вот, все вокруг. Простец. И вот такой вот сидр. Tous les samedis je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets faire mon marabout, de les mettre tabou, mais я люблю такие места. И принесли нам вот такую штуку, так как этот кафе специализируется по яйцам.
Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Ma femme est, soit dit en passant, d'un naturel concupiscent qui l'incite à se coucher nu. Вот именно так выглядит карта Парижа после использования ее 7 дней. На самом деле хорошая карта, это просто я безалаберно к ней отношусь. Как вы видите, предоставляет Бегастур вот с такими даже названиями, вставками, русскими названиями. Поэтому не ошибиться вообще, все очень просто в Париже. Собственно говоря, это самая негорящая река Сены. Мы жили вот здесь. Галерея Лафайет вот здесь. Вот здесь у нас Эйфелева башня. Здесь Лувр, здесь Нотр-Дам-де-Пари. Особенно здесь Сорбонна, где мы тусовались. А за окном уже обычная челябинская зима.